В Госдуме предложили ввести квотирование рабочих мест для инвалидов, молодежи и других категорий граждан. Федеральную инициативу поддержали и североосетинские депутаты. Для организаций, в которых свыше 100 работников, установят квоту от 1 до 5% в зависимости от числа сотрудников. Поддержали также поправки в федеральное законодательство об охране окружающей среды. Общественные инспекторы получают право участвовать в открытом рассмотрении дел об административных правонарушениях. Речь только о тех, которые возбуждены на основании материалов, предоставленных ими. Кроме того, законопроект устанавливает требования гражданам, изъявившим желание оказывать содействие органам госнадзора в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.